всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня я вам хочу показать один очень легкий летний овощной обед или же соус из курицы. Все, кто не подписан на мой канал, советую подписаться. У меня очень много разных рецептов, как от быстрых завтраков, так и до сложных обедов и очень вкусных десертов и тортов. А теперь посмотрим, что нам нужно для этого обеда. Ну, основную, главную роль будет играть курочка. Вот она у меня, сейчас мы ее будем разделывать. Я положу кабачки, помидоры, болгарский перец, картошка, лук, много-много зелени разной. И у нас будет соль, паприка. Паприка у меня и горькая, и сладкая. Соль и... Ну вот, люблю я эту приправу Галина Бланка с куриным вкусом. Вы можете не класть. Черный молотый перец и масло. Масло я уже добавила сразу в кастрюлю. Мы его нагреем и сразу начнем нарезать лук, чтобы обжарить. Нарезать буду на четвертинки, не тонкие, вот так. И поставлю жарить. Пока обжаривается наш лук, мы разделаем курицу на порциональные кусочки. Вот я нарезала курочку вот на такие кусочки. А спинку и шею я сразу убираю для супа. Вот я так собираю в морозилке от 2-3 курочек, а потом готовлю супчик. Вот теперь посмотрите, у меня здесь лук уже обжарился. Я добавляю курицу и немножко ее обжарю вместе с луком. А пока она обжаривается, я нарежу картошку и кабачки. Нарезать буду на полукольца. Курочку немножко в масле обжарили. И теперь посыпем паприкой. Паприка даст красивый красный цвет нашему соусу. Пока обжаривается курочка, вот я сняла кожицу с помидор и нарезаю их кубиками. Вот так. И теперь, вот посмотрите, уже у нас розовый красивый цвет здесь. И мы добавляем помидоры. Добавим все помидорки. Помидоры уже закипели. И теперь мы добавляем картошку и кабачки.
посолим все это. И нальем воды. Воды добавлять много не нужно, потому что все овощи свежие, они выпустят очень много воды, жидкости своей. Вот посмотрите, вот столько водички, видно, достаточно. И все, закрываю крышкой и оставляю готовиться. Вот посмотрите, сколько жидкости выпустили овощи. Картошка и кабачки почти сварились. Я добавлю наши специи. Овощная приправа. Добавлю нарезанный болгарский перец. Вот так нарезали мы кубиками. Он дает очень-очень приятный аромат. И добавлю всю зелень. Черный перец. И оставлю еще минут на 10, пока сварится перец. Наш обед приготовился. Вот я посыпала сверху еще зеленью. Он очень получился красивый, ароматный. Вместо курочки вы можете добавить говядину, можете добавить баранину, если любите. Попробуйте приготовить очень вкусный летний соус. И напишите в комментариях, как вам понравился этот рецепт. Готовите ли вы так, как я, или нет? Попробовали или нет? И что бы вы хотели еще увидеть, как готовлю я? А вам всего самого хорошего и доброго!